знаешь, ее дерьмо, дерьмо, Эй, блокада, ты еще не видел ад, ты еще не видел рая, ты еще не знаешь, как надо делать сегодня, на сегодняшний день, чтобы у тебя было нормальное день в карманах, пару рублей или чтобы что-то сделать. У тебя должно быть смело, свое тело раскрытое где-то, йоу, зарезервировано и под печатями, йоу. Но ты знаешь, о чем я говорю. Знаешь, о чем я говорю? Не ведись на всю эту хуйню, не ведись на эту систему и прочую ерунду. Когда с тобой чуваки нормальные разговаривают, когда они тебя хуйню свою не впаривают. Они просто делают свое дерьмо, они просто делают рэп, пока ты спишь, говно. Yeah.